Сегодня буду распечатывать посылочку из Китая. Это вроде бы как должны быть массажеры для лица. Заказывала их моя жена, но я выполнял ее приказ, точнее, вот так вот. Для себя и для подруг на подарок. Вот такая посылка, заказывал я ее 19 ноября, а сегодня 8 декабря. Ориентировочно 19 дней шла посылка. Так. Даже, да, 19 дней. Итак. Вот номер для продавца. Она не вскрытая. Итак, поехали. Упаковано плохо. Только пакет. Внутри чувствуется, что там что-то рассыпалось. Так, первый, да, это они и есть. Вот открыто было. Не знаю, в порядке или нет. Но я ее пока закрою, выйму остальные. Так, вот еще одна. И вот. Еще одна. Так, выпала из какого-то наборчика вот эта насадка. Так, все. Здесь больше ничего нет. Сейчас я все протестирую и все покажу. Так, первый попавшийся беру вот этот, который был открытым. Так, в этом наборе есть все компоненты. Так, вот первая насадка, она мягкая, поролон. Так, ее сюда помещу. Вторая насадка, она как наждачка. Вот она. Так, третья насадка, шарики. Вот шарики вот такие. Четвертая насадка, такое как поролон, только резинка, но более упругая. Ну, очень приятная на ощупь. Так, вроде бы все. Вроде бы все. Так. И, собственно, вот эта насадка. Вот так. Щеточка. Щеточка просто снимается. Вот такая вот. А здесь шестигранник. Просто. Сейчас я ее протестирую. Его, точнее, этот массажер. Он работает на пальчиковых батарейках. Вот. И у меня есть аккумуляторы китайские ПКСЛ. Очень добротные, очень хорошие, но их уже не пересылают в Украину. Так. Так, и вот первая скорость, вот вторая, не знаю, это может севший аккумулятор. Но работает. Есть две скорости. Вот, выключено. Положение выключено. Низкая скорость и высокая скорость. Вот так крутится. Сейчас я с насадкой покажу как. Шлифует нормально. Ну вот такой массажер. Так, это я первый протестировал. И сейчас я протестирую остальные. Еще два. Так, этот я откладываю назад. Ага, и в комплекте еще вот инструкция какая-то на китайском языке. Этот откладываю в сторону. Массажер. А в этих посмотрю комплектацию. С
цели насадки есть. Да, здесь инструкция и эти вот 4, 5 насадок, точнее. 5 насадок, все в сборе, все есть. Так, они туда могут вставляться, вот так. Туда вставились. И все, и торчат все нормально. Так, а сейчас я проверю вот этот двигатель, как оно будет или не будет работать, чтобы предъявлять претензии продавцу. Работает. Так, это вынимаю, это закрываю и вкладываю в сторону. И третий массажер. Это открываю, инструкция. Так, 4 насадки. 4 насадки есть, все в порядке с ними. Так, и собственно этот массажер есть, есть. Он ускоряется немного, но работает стабильно. Вот такие массажерчики я сегодня открыл. Спасибо за внимание, до новых встреч. Смотрите мои видео, ставьте лайки. Буду всем очень рад. Спасибо, до новых встреч.